от 15 до 20 лет. Как сообщается из центра мэрии, акция проводится уже в третий раз. В 2010 году новосибирские школьники набрали земли с места боя в капсулу, которую разместили в Снастале «Звезда». Выставка современной японской фотографии «Корона Земли» откроется сегодня в художественном музее. На выставке будут представлены произведения семи авторов-победителей ежегодного общества фотографов Японии. Каждый из них много работает над своей определенной темой, но все-таки они касаются изменений передовых технологий, японских традиций, а также затрагивают вопросы глобализации европейского влияния на Азию. Другим гостям в Сингапуре появился любвеобильный автомат Coca-Cola. Он выдает газировку каждому, кто его обнимет, сообщает Лента.ру. На автомате, который выполнен в фирменной красно-белой цветовой гамме, большими буквами написано «Обними меня». В обмен на объятие он выдает бутылку колы. Как сообщает «Маяк», ранее в рамках концепции «Откройся счастью» Coca-Cola устанавливала счастливые автоматы и в других городах мира. Так, в прошлом году щедрый автомат был заключен в Лента.ру. Вместе с банкой или бутылкой с напитком машина выдавала клиентам футболки, цветы и другие подарки. Приложение для смартфонов будет управлять содержанием снов. Как сообщает BBC, приложение под названием Dream On наблюдает за человеком на протяжении 20 минут до того, как он проснется. В это время оно создает особый музыкальный фон, вызывающий приятные ассоциации. Технология призвана рождать воображение спящего в соответствующей ситуации и сценарии. По истечении 20 минут человек просыпается под звуки будильника, и ему предлагают записать сон в специальную базу данных. Курс доллара 29 рублей 63 копейки. Евро сегодня стоит 38 рублей 83 копейки. И в конце выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер южный 3,8, порывы до 15 метров в секунду. Дневная температура плюс 16, плюс 18 градусов. Пока это все новости. До встречи через час. Новости нашего города.